Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас на обзоре ножи от компании Best Touch Knives. Разберем сегодня две модели. Это нож под названием Dandy. Разработана данная модель совместно с дизайнером Остапом Хеллом. Полная длина ножа у нас составляет 205 мм. Длина в сложенном положении составляет 116 мм. Вес ножа составляет 85 граммов. Клинок у нас выполнен из стали D2. По профилю здесь у нас клип-поинт с прямыми спусками. Обработка у нас двухтонированный сатин. По длине клинка здесь у нас 89 мм длина. Ширина клинка 22 мм. И толщина по обуху составляет 3,5 миллиметра. Для открытия у нас здесь используется флиппер. Нож флипует отлично за счет керамических подшипников в осевом узле. Для замка у нас здесь используется стандартный лайнер-лок. Рукоять у нас выполнена из джитена. По отличительным особенностям здесь у нас есть клипса. Нож идет в разных цветовых вариациях. Черный клинок сатин. Такой серо-голубой клинок также сатин. Олива. Белая рукоять, оранжевый, и, на мой взгляд, самый красивый — красный с DLC покрытием клинка и всей фурнитуры ножа. Придает ему индивидуальности. Второй нож, который мы сегодня разберем, это модель под названием Skirmish. Здесь у нас сразу бросается в глаза необычный дизайн. По размеру в разложенном положении 200 мм, в сложенном положении 118 мм. Вес составляет 135 граммов. Клинок выполнен из стали D2. По профилю у нас здесь такой расширяющийся к к началу лезвия Wharncliffe Knife, Wharncliffe Blade. Обработка у нас также двухсторонний сатин. Спуски прямые. Для открытия используется как флиппер, так и подпальцевое отверстие. Замок у нас здесь также обычный лайнер-лок. Рукоять у нас выполнена из накладок G10. Также имеется бэкспейсер из G10. По осевому также у нас в осевом керамические подшипники, имеется клипса и имеется подтемлячное отверстие. Идут сейчас на данный момент в двух цветовых вариациях, это зелено-черный и красно-черный. На этом у нас все. Всем спасибо за внимание. Всем пока.